всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мною Марко и Делор. Мы играем в GTA 5 Online с долгожданной рубрикой «Битва за контейнеры». Всем привет, друзья! Здорово, народ! Ну а сегодня, чуваки, мы снимаем супер-пупер, обалденно, мега-дупер, офигенный ролик по битве за контейнеры, в котором у нас находится на поляне ровно 40 контейнеров. Но внутри могут быть как развалюхи, так и реактивные тачки или супер-дорогущие машины. Поэтому каждый может сегодня открыть ровно 3 контейнера, чтобы забрать тачки на испытания. Но в этом ролике, чуваки, я не буду делать ни одного своего выбора. За меня сделает выбор секретный гость. И вы его хорошо знаете. Это Бен! Благодаря вашим комментариям, сегодня именно Бен будет решать, какие контейнеры мне открывать и какие тачки мне достанутся. Поэтому, чуваки, кому нравится эта идея, не забудьте поддержать ее лайкосом. Ну а вам я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, ну и, конечно, крутейшего настроения. Но мы тогда не будем тянуть, погнали уже проверять, на чьей стороне будет везение. Сегодня, чуваки, получается довольно интересный ролик. Битва у нас 2 на 2. Делор и Марко против меня с Беном. Я не один. Ладно, пацаны, давайте проверим, насколько сегодня я буду везучий. Благодаря выбору Бену. Либо мне повезет, либо очень не повезет. Пацаны, по традиции выбираем, кто будет первый, второй. И в этом поможет как раз-таки наш Бен. Смотрите, вот он сидит. Короче, звоним Бену и спрашиваем, кто будет первый. Так, бери трубку телефона, давай. Алло, Бен, здорово, Бен, здорово. Ладно, тебе тоже было. Короче, Бен, первый вопрос. Сегодня кто будет первым? Это буду я. Это буду я. В смысле? Это будет обезьяна? Да. Ну я буду. Некий ты первый. Подожди, а кто второй будет? Подожди, второй. Ну я-то второй буду. Этот как его, Бен, ну-ка. Еще раз, я второй, Бен. Так, что-то ему не нравится. А кто? Делор будет вторым? Я! Ну ладно, я третий, я понял. Эй! Что-то подожди! А Бен точно на моей стороне играет сегодня? Ладно, пацаны, ну получается, давай, едет первый, давит второй, а я последний! Ладно, Бен, клади трубку. Давай! Некит, выбирай на свой выбор. Давай, вот смотрите, вот здесь есть 13 контейнер, но он, я думаю, несчастливый. А вот седьмой, это счастливое число. Седьмой? Давайте его, да. Ты берешь нижний контейнер слева, да? Да, вот это. Ну, let's go, прямо сходу мы проверим. Посмотрим. 10, 9, 8, 7, давай! Давайте, открываю! Либо повезет! Что? Чё? Офигеть! Повезло! Нормально! Во-первых, спортивный ГТР, во-вторых, еще полицейский! Эй! Офигительный! Ладно! Делор, давай, ты у нас второй! Повезет мне! Теперь моя очередь! Ну-ка! В общем-то, я буду выбирать с этой стороны! С этой стороны? Смотрите. Давай! Эники-беники! Вот этот хочу! Вот какой? Эники-эники! Сразу! Давай! Мне нравится! Мне интересно, что меня Бен выберет! 21-й контейнер! 20! Рампа! А что так? Так, пацаны, что ты, вы самые крутые тачки забрали? Ладно, погоди, у одного ГТР полицейский, у другого машина рампа, а у меня, Бен, мне нужна помощь. Бен, здорово, так, давай, бери трубку. Короче, посоветуй мне контейнер, мне брать левый или правый? Давай так, вопрос, левый контейнер? Yes. Да, yes, чуваки, yes, это да, но это нет. Итак, Бен, мне открывать первый этаж контейнера? No. Нет, второй. Мне открывать второй этаж контейнера? Еще раз, мне открывать второй? Yes. Да, пацаны, ну что ж, второй этаж контейнера слева, это 11? Ага. Не нравится, это 12? Yes. Там какаха. 12! Бен, тебе спасибо. Бен, подскажи, там что находится? Там суперкар. Yes. Нет, там какаха. Да! Тихо, все, Бен, не спойлери меня. Итак, 11, 12, второй этаж. 3, 2, 1, та-дам! Опа! Что там? Что? Это там даже суперкар. Не суперкар, это гиперкар. Пацаны! Бугатти! Золотая! Там
немного спалили тачку, но ничего страшного. Посмотри! Ой! Повезло! Пацаны, это все Бен, это все Бен. Ладно, давай, Ники, твоя удача, твое везение. Эй, Леха, я тоже Бена хочу, с такой удачей. Не, а все, сегодня он за меня играет. Давай, давай. Так, ну-ка. Сейчас удача будет на моей стороне. Я чувствую, то, что ну-ка. Офигительная тачка в 16-м контейнере. Сразу? Давай, число 16. Да, давай. 16. Все, погнали. Так, я буду считать слева направо. Итак, давай. Чуваки, считаем. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Давай! Все, открываю! Открываем! Эй, ну и ладно. Да. Ладно, тогда очередь Долора теперь. Давай, левый, правый, верхний, я нижний. Хочу. Левый, правый, левый. Смотри, правый, левый. Думай самое главное внимательно. Вот Никит поспешил. На тележке будет в гонке участвовать. Какая у него? Ага, левый, правый, левый, правый. Самая крутая тачка. Смотрите, я выбираю. Ну-ка, ну-ка. Шестой хочу. Шестой? Сас, подожди, я позвоню своему этому знакомому. Алло, алло, Бен, Бен. У Давида будет там в шестом развалюха. Да, будет. Да, будет, спасибо, спасибо. Давай, давай, пошли открывать. Погнали. Шестой, 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 шестой. Контейнер. 10, 9, 8, 7, 6. Так. О, вот это. Ага, да, да, там развалюха, я давай. Открываю. Открывай. Ой. Ну-ка. Обманули. Бен сказал, там развалюха, так-то я не понял. Подожди! Он ошибся, он ошибся. Бен! Я забираю эту машину желтую. Да ты чё? Бен! Забираю я машину желтую. Да его даже не отказал. Да в смысле? Ладно, ладно, не получай. А красную забираю, Бен. Ладно, пацаны, ну ладно, хорошо, хорошо. Бен, я тебе доверяю. Давай мне супер турбо реактивную тачку. Если у Давида формула. Мне по. Не-не-не, мне реактивная нужна. Бен, я открываю левый контейнер. Ну-ка. Я открываю правый контейнер. Ага. Ага, ага. Это хорошо. Так. Я открываю верхний контейнер. Не нравится, не нравится. Нижний контейнер. Нравится, нравится. Так, это контейнер 20. А, 21 у Давида был, да, уже? Да, контейнер, да, да. Получается, Бен, 22. Да. И что там? Ну-ка еще раз, контейнер 22. Пацаны, я забираю 22-ю тачку. Пожалуйста, давай. Пожалуйста. Бен, ты ж меня не подведешь. Сходу, раз, два, три. Погнали! На ноги! И чё там? Чего? Пацаны, пацаны, Никита! Бен, экстрасенс! Офигеть! У меня две золотые тачки! Отдай чуваки, тачку! Две тачки золотые! Опа! Опа! Бен! Да ты... Я с ним каждую серию буду играть. Давай! Пацаны, у вас по одной тачке осталось. Ну-ка, Никит, давай. Я думаю, то, что мне нужен контейнер. Вот такой. Давай! Давид! Ой, какой Давид. Давай, Никит, ну-ка выбирай. Хорошо, я хочу выбрать 23-й, может, контейнер рядом с Лёхиным. Прям рядышком, что ли? Да, 21, 22 и 23 будет. Давай! Бен! Ну-ка ты, бабка экстрасенс. Там будет у него хорошая тачка. Ну-ка, что там Бен будет? Он сказал, давай! Мне это нравится! Опа! Поехали! А что там? У меня бронированный контейнер. Ну-ка, вывози давай. И... Нормально. Тесла! Пойдем! Прикольно! Ну такое! Мне кажется, все-таки. Ладно! Ладно! У Долора осталась одна попытка, и потом Бен выбирает мне последнюю машину. Давай, Давид, давай, что берешь? Я сосредоточился! Давай! Ну-ка! У меня сейчас выпадет самая крутая тачка. Точнее, я выберу. Так! Я хочу правые контейнеры и... Правый? 28! Окей, погнали. Встреть из конца. Там будет фигня какая-то. Да, да, Бен, ну-ка, бабка экстрасенс. Там будет у него гиперкар. Гиперкар, говорит. Там будет Долора, Долорен. Это реально колдовство какое-то. Обезьяны похитили. Так, Бен,
Давай, для красоты ролика, третий раз! Золотую машину ты должен, я верю в тебя! Да. Бен, Бенус, Бентенус, пожалуйста, пожалуйста, выбери золотую машину. Это левый контейнер! Это правый! Ага, это правый контейнер! Да! Это левый контейнер! Ну! Я не понимаю, это правый! Я пешком буду, Бен, что ли, сегодня? Выбирай давай! Нет! Я не буду пешком сегодня. Так, Бен, давай, нормально, нормально. Мы с тобой друзья, все. Это правый? Хе-хе, правый, правый. Это верхний этаж. Это нижний. Пацаны, ну yes! Yes означает да по-английски. Окей. Ладно, через один пойдем. 32-й контейнер. Давай, 34-й контейнер. Не нравится ему. Может быть, 36? Да задолбал он! Я не понимаю! Я не понимаю! 38! И чё? Какаху! Нет! 38, пацаны! Бен! Точно 38! Точно 38! Погнали! Пацаны! 38! Если там машины из золота! Я просто расцелую Бену! Так, это 40! Готовы? Раз, два, три! Опа! Ну-ка! Что-то розовое! Блин! Ну я уже вижу, я вижу розовое, розовое что-то. Так, опа. Что? Почему? А это не золото, это хромированное. Да ладно, да ладно, да ладно. Просто подожди, вот так, вот так, вот полная коллекция. Это что? Бан, ты реально бабка бриллиантовая какая-то. Пацаны, ну что ж, получается сегодня у некита тележка на колесиках, ГТР полицейский и Тесла. Удалина, Делориан, Рамба, Формула, три читерские машины. Нормас. А у меня самые дорогие коллекции получились. Ну что ж, пацаны, тогда мы тюнингуем наши машины, переходим к испытаниям и сражаемся за первое место. Ну а мы уже взяли свои первые суперкары, гиперкары, дуперкары на первое испытание под названием «Толкучка на воде». Ну и, чуваки, была у меня лампа, а стала машина-рампа. Просто посмотрите, как она занижена выглядит. Короче, пацаны, вам хана по полной, потому что сегодня кто кого скидывает в воду, получает по одному баллу. Ну и, чуваки, оцените в комментариях, как вам ролик с Беном. Бен! Бен, так, ты мне нужен. Сейчас, подождите, позвони ему. Бен, вопрос. Подписчикам понравился ролик с тобой? Ну-ка. Не понравился, говорит. Бен, а подписчики должны лайк поставить? Ну-ка. Вот это я понимаю. Так что давай, чуваки, вы напишите, больше надо роликов с Беном или не надо роликов с Беном. Ну а мы первую битву начинаем. Готовы? Раз, два, три, погнали! Поехали! Я машина работа! Что? Я улетел! Первый! Ой, рапур! Давай, рапа на рапу! Что такое? Я ж говорю, я рапа! Ты даже подкинуть не можешь! Давай! Не-не-не-не-не! Давай! Давай, 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 давай! Опа! Опа! Задний ход! Разворот! Тебе капец! На! Я машина рапа! Давид! Давид! Пришло время! Поплавать! Опа! Опа! Давай! Плюс Ламборгини, она резкая, а у тебя нет! 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 Ладно! Ладно, обыграл и уничтожил! Но! Еще два раунда! Но это только цветочки, чуваки! Заниженная ламба! Это начало! У меня еще две Бугатти в коллекции! Ладно! Второй раунд начинаем! Три, два, один! Погнали! Опа! Давай, давай! Давай, давай! Так, рампа! Рампа! Получай! Ну-ка, некто подкинул! На! Давай, давай, тихо, 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 тихо! Пацаны! Пацаны, пацаны! Пацаны, что такое? Я его скинули! Нет! Во-во-во-во, давай на меня, на меня, на меня! Давид, играем! О, рампа сработала! Я не упал, я не упал, пацаны! Давай, Давид, его скидывать надо! Нет, 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 нет! Нет, 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 ну нет, ну нет! Не-не-не, так, давай, давай! Сюда иди! Не надо! Давид, помоги мне! Вы что, упадете, пацаны, нет! Да нет! Вы вонючки, а? Опять Делор победил! Вы чё? Третий раунд!
Жигули. Да, чуваки, нужен план. Нет, предлагаю объединиться против рампы. Раз, два, три, не погнали. О, давай, Лёха, давай, давай. Его. Я его, короче, приманиваю на край, мы его выдузим. Тихо, давай. Давай. Иди сюда. Иди сюда, Давид. Иди сюда, иди сюда. Я думаю, план фиолетовый. Лёха, он наш план услышал. Не, да, ты что послушаешь? Давид, душу закрой. Так, давай, давай, давай. Опа, опа. Нет, быстрее помогай мне его. Да давай, давай, давай. Стоять. Спереди, сзади. Не-н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 е. Ой! Ты чё? Офигевший, офигевший! Не трогай меня! Давай! Я тоже машина рампа, ты меня не скинешь! Опа, опа, опа! Ой-ой-ой-ой-ой! А я вот сюда спрячу на короля! Давай, 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 давай! Опа! Опа! Не получилось, да? Ну что ж, один! Бал все-таки у меня, чуваки, есть! Ну и мы переходим к следующему автомобилю! Ну, а я, как и говорил, чуваки, у меня в запасе еще есть две Бугатти, на которых сегодня я заработаю минимум 2 балла. Пацаны, второе испытание, это уже испытание на скорость. Гонка без правил. Стартуем сегодня на обсерватории и финишируем прямо на пляжу. Кто переезжает на пляжа, получает балл. Ну и, чуваки, соперники сегодня у меня серьезные. Это обезьяна в тележке и Формула-1. А вот это уже я не понимаю, как мне опередить. Ладно, ладно, пацаны, напомню счет. 2 балла у Белора, 0 у меня. Это и один балл у меня есть. Поэтому 3, 2, 1. Погнали. Давай, 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 давай. Устраняем, устраняем. Гонка без правил, так что могу толкаться. Так, мелкого не трогаю. Пока, пацаны. Пацаны, Бугатти на трактирских колесах просто рвет и метает. Налево, налево, налево. Идеально. Покедова. Пацаны, главное вот тут затормозить. Тормоз, 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 тормоз. Ой, формула. Ты где? Ой, я вижу тележка. Нет, ты как догоняешь? Ты что, обезьяна на тележке? Не-не-не-не-не, дай идем, давай играем дружно. Иди, давайте, ну. Ой, нормально, нормально, нормально. Я заглох, я заглох. Стоять. Ой-ой-ой, там за мной бибик. Нет, ты что? Я не понял, ты что было такое? Машина рампа, что ли? Да я Бугатти, вы не имеете права меня толкать. Так, нормас, нормас, чёрт. Ой, ой, нет, ты чё? Вызывай пожарных. Ой, Давид, у нас тут проблема с Бибизянычем. Я всё-таки решил помочь. Ну, слушай, поехали. Давизу, Давид, у нас тут проблемы. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. A few minutes later. Ну а мы, чуваки, продолжаем. Короче, план Б будет такой. 2 против 1. Раз, два, три. Погнали! Леонид, Света, короче. Ой, я придумал! Кидайся какашками в него, короче, давай сверху. Давай, вперед! Тихо, нормально, нормально. Да, как в Мадагаскаре. Во-во-во, правильно, правильно. Чуваки, короче, чурбал делим пополам. Один мне, один Леонид. Вперед! Давид! Ой! А он толкается, он толкается. Так, тихо, нормально, нормально, нормально. Нет, доставай какашки, давай. Сейчас, сейчас мы его отомстим. Он нас перевернул. Тихо, Рома. Опа, берегу. Так, лысым сейчас будет. Вперед, вперед. Пацаны, пацаны, ну формула. Ну ты четырёха, конец. А куда он поехал? Опа, не туда поехал, Кредди. У нас через киностудию ехать надо. Вот, 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 вот. Нормально, нормально, не переживай. Готовлю какашки. Турбатур. Подожди, один балл мне, один тебе, Никита, что? Давай. А ты знаешь, где у нас финиш, что? Ой, тихо, тихо, аккуратно. Опа! Первый, 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 второй. Короче, мы делим балл с Никитом. Ну и получается, переходим к нашему финалу. Ну и быстренько, ребята, подведем итоги. У меня есть 2 балла, получается. У Давида есть 2 балла. И у Никита 1 балл. Так у тебя полицейский ГТР был. Ты что на телеге катался-то? Ладно, зато мы и выиграли договора. Итак, на счет 3. Врываемся в испытание. Последний выживший. 3, погнали. Поехали. Пацаны, кто взрывается, проигрывает. Выживает, получает 1 балл. Давид, а ты с кем там ездишь? Я не понял, кто у меня в салоне. У меня в салоне 2 доллара, смотри, вон он. Так, аккуратно, аккуратно. Танки, танки. Опа! Повезло, повезло, ни одного танка нету. Тихо, тихо.
Пацаны! Пацаны! Сейчас Давиду помогу. Смотри. А, давай! Надо вот этого четверогу уничтожать! Я придумал! Я придумал! Опа! Давай! Лети! Лети, птичка! Ой! Давай! Нет, лети! Давид! Взлетай, давай! Быстрее! Давай! Опа! Это кто убежал, да я не понял? Нет, победа вам! Мы объединились! Ой! Давай! Прям на крышу! На танк! Не, на танк не надо! На танк не надо! Давид! Нет! Скидывай его, Давид! Пацан! Тихо! Вот там Давид бегает, смотри! Пацаны! Я что, приманка, что ли? Ой! Нормас! Пока никто не взорвался! Да, тут танки! Пацаны! Вот танки-то у вас! А я без танков! Нормально! Нет, нормально! Тихо! Не-не-не-не! Я беспалевный! Я замаскировался! Я бот! Ой-ой-ой! Тихо! Видят! Они меня не видят! Пацаны! Я на парковке! Вот он! Ты чё, офигел, тебя уничтожили! Вот он! Некит только на! Смотри, там некит взорвает! Ой! Лёх, ты чё делаешь? Я думал, у меня внедорожник спасёт! Ладно, балл у Нейгита! Подожди! Так по баллам получается! 2 балла у Давида, у меня и у Нейгита! Нифига! Сегодня впервые дружеская ничья в этом видосе! Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео! Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент! Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому ролик понравился, оцените его лайкосом. Ну и обязательно в комментариях оцените ролик также с Беном. Интересно будет почитать и пролайкать. Ну а с вами был Джайл, Марко и Длор. Всем удачи, всем покедово. Всем подкусики. Сканерон.